Так, у нас тут настройки. Так, а что, почему темнота наступила? Ты что, камеру можешь включить? А, ну я сторис снимаю, почему без света? Короче, мы регулируем стойки на сотике. Готовим его. К чему мы готовим, Жек? К зацепу. К зацепу. Короче, выставляем ровненько. Чтобы вровненько. КВ-GS. Так, а теперь у нас тесты. Жека уже сидит. Тесты. На нужную ли высоту мы опустили тачку. Вот, и Жека на... Оп-оп. Надо с двух сторон, чтобы кто-то... О. Ну так. Тебе комфортно? Не трясет? Смотрите, как тут вообще уматненько. Опань, ты сидишь. Ты такой, как тут... Ау. Ну что, Евгений? Вот, подзор. Подстаканники. Такая раздельная там. Ну, я легче, руль. Чем Дима. Слушайте, ну здесь удобно, прям реально удобно, так вообще отлично сидушечки, видите, они чуть под наклоном, и поэтому вообще шикарно, удобно, нормальное место, вот видите, коленки сильно не упираются, и там еще места дофига, точнее они вообще не упираются, даже невозможно. Ну, короче, крутяк сзади тут, дрифт такси.